Всем привет, ребята! Сегодня на канале Max Junior будем играть в новую интересную игру под названием «Карма». Так, осторожно! Ой-ой-ой, мне в дракона! Нет-нет-нет, не сюда! Ой! Душа этого юноши должна была попасть в дракона, но по ошибке она попала в червячка по имени Пип. Ой! 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 Привет! Куда это я попал? Что тут происходит? Это гнездо! Мы тут все рождаемся! Я недавно вылупился из яйца! Скоро я научусь летать и выберусь отсюда! Мне нужно к своим, к драконам! Понятно. Но ведь я должен был вселиться в дракона. Как же так получилось, что я попал в этого червяка? Я здесь, чтобы спасти свою возлюбленную. И планировал сделать это в теле дракона. Давайте что ли поможем ему выбраться. Вот так-то лучше. Спасибо тебе, червячок. Теперь мы с тобой друзья. Я, пожалуй, полечу. Ой, удачи вам, ребята! А мне пора! Эх, как жаль, что у меня нет таких крыльев. Летать я не умею. Придется ползать. Так, а как же преодолеть эту пропасть? Есть идейка! Это растение мне точно поможет. Крыльев у меня нет, зато есть длинный-длинный язык. Смотрите. А вот так... А теперь завяжем. Ой. Готово! Ой. А это еще что за странное существо? Какая-то колючка, похожая на птицу. Я растение! Никакая я не птица! Ты не можешь подвинуться, мне нужно пройти. Нет, не могу, я прирос. Я боюсь об него уколоться. Попробуем избавиться от колючек. Ой! Какой же ты смешной! Что если я тебя проглочу? Ой-ой, что-то мне не по себе! Вы смотрите! У меня на спине вырос какой-то шип. Очень странно, что бы это значило? Хм. Ой, а это что за рука? Странно. Пройти дальше я не могу. Мешает этот шип? Понятно. Я совершил какое-то плохое дело. Давайте посадим его назад. Спасибо, что вернул меня. Смотрите, все исправилось. Каждый поступок влечет за собой последствия. Буду знать. Ой! Так, а что это за проход? Тут какой-то тупик. Пройти невозможно. Так, а это мы заберем. Есть идея. Судя по всему, тут кто-то застрял. Ой! Сейчас мы поможем ему выбраться. Послушай, колючка, мне нужно тебя скушать ненадолго. Потом я тебя верну. Я не хочу. Извини, но мне очень надо. Эх, опять я без шипов. Ну ладно, давай скорее. Он совсем невкусный. А вот и шип. То, что мне нужно. Отлично, сейчас я пройду дальше. Ну что, отправляемся. Шип нужно спрятать. Вот так. Ой!
Сейчас мы поможем ему пройти. А то, смотрите, застрял. Может быть, он заснул? Сейчас разбудим. Вот так. Ой, ой. Смотрите, все осыпалось. А это еще кто? Кто это такие? И что они делают? Ладно, узнаем в следующей серии. А пока, ребята, не забывайте подписываться на канал. Всем пока!